Новый рекорд в истории ивановского танца ученик iTown Family представит Россию на юниорских соревнованиях в Европе. Отборочный тур Большого французского фестиваля проходил недели ранее в Москве. Максим Нгуен одержал в нем безоговорочную победу. Там была одна номинация, назывался All Styles. All Styles – это номинация, где участвовали и хип-хоперы, и брейк-дансеры, и хаусеры, короче, все танцоры из уличных стилей. Вот. И мне удалось выиграть таких танцоров из Украины, из России, даже из других стран СНГ. Максим забрал путевку во Францию. Финальный день фестиваля состоится в апреле. Наш танцор будет в нем участвовать безо всяких отборов. Теперь дело за малым – подготовиться. Максиму придется совмещать это с учебой в школе и преподаванием в iTown Family. Вообще он наш лучший ученик. Он с нами уже 8-й год. Вот. И на самом деле возраст, то, что ему 16 лет, это вообще не помеха для преподавания, потому что у него багаж информации и вообще техника на таком уровне, что он может и меня сейчас чему-то научить, несмотря уже на то, что он может передать свою информацию, свое оригинальное видение на танец начинающим, подрастающим поколению танцоров. Оригинальный стиль и очень сильная техника – так характеризует мастерство Максима преподаватели. Все это и даже больше молодому человеку предстоит показать в Париже. Для него это первый выезд в Европу, и такая ответственность за страну – тоже первая. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.